Летом 23-го года в Черногории появился новый аттракцион для взрослых и детей. Это канатная дорога и альпийская горка на высоте 1350 метров. Заряд адреналина вам гарантирован. Класс! Теперь можно миновать Ловчинский серпантин из 25 поворотов, когда там летом сплошные пробки. Ох, знаете ли, товарищи, за любое удовольствие надо платить. И не только деньгами за билеты, а еще и в очереди постоять полчаса. Все-таки сезон, теплый прекрасный сентябрьский день, и все ринулись наверх на горы Ловчин. Но есть еще один приятный момент. Сегодня у нас акция. Вместо 23 евро за билет в две стороны мы платим 15. И дам вам некоторые советы по посещению канатной дороги. Есть один лайфхак. Как не стоять вот эту длиннющую очередь за моей спиной? Заходите на сайт Cotter Cable Car и покупайте билеты онлайн. А если у вас карточка Visa, вы еще получите скидку 20%. А если черногорской ЦКБ картой, то 25%. Ну и самое важное. Обязательно стоит взять теплые вещи. Ведь на горе градусов на 10 холоднее, ну а вечером будет вообще дубак. Высота верхней станции 1348 метров. Тучи и дождь ехать вам не советую, так как из-за тумана ничего видно не будет. А самое красивое время на горе – это, конечно, закат. Советую вам стартовать за 2 часа до заката, тогда будут романтичные виды на Коттерскую бухту. Ох, я вас уверяю, что самая романтичная дверь в Черногории находится на высоте 1350 метров. Ну, это судя по названию панорамного кафе «Монте 1350 бар». Локация, как вы понимаете, у верхней станции канатки Коттер-Ловчин. Тут вам стулья, столы, кресла. Первую линию бронируют заранее. Жичара, как называют тут канатку, состоит из 48 гондол и может обслужить до 1200 пассажиров в час. В одну сторону поездка будет длиться 11 минут. Цена взрослого билета летом стоит 23 евро в обе стороны, но вы можете купить дешевле в одну сторону. Открывается канатная дорога над Коттерской бухтой где-то в апреле-мае, а закрывается в конце октября-ноябре. Но в 2024 году детям до 12 лет вход сделали абсолютно бесплатным. Кстати, велосипеды сдаются на верхней станции. Хоть канатка и называется Коттер-Ловчин, но построена она не в самом городе. Там просто и негде было, да и ЮНЕСКО возмутилась бы. За туннелем в местечке Дуб и находится паркинг канатки. Он, правда, платный, но совсем рядом в кустах масса машин паркуется бесплатно. О, идем в кафешку. Кстати, можно купить сувениры, если вы турист. Столкнулись с одним обломом. С кофе нас не пустили. Пришлось выпить прямо здесь. Ну что, вот мы уже и на стартовой площадке. Слушай, ее качает. Качает прям. Я что, испугался, да? Да. Я тоже испугалась вообще. Как-то неожиданно. Неожиданно. Вот тебе не кажется, что благодаря этой канатке Черногория движется в Европу? Посмотри, какую красоту построили. Да. Видите, что? Ну, прям, да. В ЕС движемся, да? Да. Яша приехал из Германии, конечно, он сейчас сарказм вот включил на полную. Да. Да.
На верхней станции канатной дороги обязательно покатайтесь на Alpine Coaster. Это и есть альпийская горка. А местные тут ее называют еще Bobstaza, то есть бобслейная трасса. Но не важно, как назвать. Главное, какое веселье и заряд адреналина вы получите. Побольше, да? Класс. Вот такая ручка. Это газ. Ну вот, когда нет обрыва, оно не страшно. А вот там вот, где обрыв, то ух, и знаете, наклон. Смотрите, какой закат над бухтой у нас. О, страшно, страшно, страшно. Вот человек идет. Офигеть, горка, класс. Не, ну виды бомбические, конечно. Боже, это мать ребенка катается. Вот дурна на голову, да? На горку разрешено детям от 3 лет с родителями. Или с 8 лет можно сесть в кресло самостоятельно. Но я там видела и по 2 взрослых человека в одном кресле. На вас наденут ремень безопасности, покажут ручку тормоза и газа и отправят за эмоциями. Скажи, это был самый страшный участок, да? Ну как? Вот это да! Моменты буквально сжимают сердечко. Прикольная вещь. Ага. Всем советую. Если вам наскучили банальные экскурсии на автобусе к Мавзолею или за парашютом в Негуши, то канатная дорога станет прекрасной альтернативой для наслаждения красотами Ловчина и Которской бухты.